Ребята, это усадьба Деда Мороза. Правда, Дедушка Мороз пока в ней не живет. Он приезжает сюда только зимой. А сейчас еще слишком тепло. И поэтому он поручил Бабе Яге управлять делами усадьбы. А пригласила меня сюда моя подруга, волшебная черная кошка. Здравствуй, кошечка моя любимая. Я очень хотел в гости. Здорово, Степашка, я очень рада, мур-мяу. Я сегодня отведу тебя к Бабе Яге. Ух ты! К самой Бабе Яге! Ты же этого очень хотел? Да-да, пойдем скорее. Ой, мне немножко страшно, но очень интересно. Познакомиться с самой Бабой Ягой – это удача. Мур-мяу, Степашка, прямо здесь, за этой дверью, сидит Баба Яга. Я прям так волнуюсь. Ты же хотел познакомиться с ней, да? Ух, прям вот так вот запросто взять и войти. Прямо взять и войти, мур-мяу. Баба Яга! Настоящая! Степашка, миленький мой, тоже настоящий. Да. А вот тебе, да, здрасте, пожалуйста. Здравствуйте. Так, что пожаловал-то ко мне, а? Хотел познакомиться и узнать, как вы живете. Живу не то, что у зелья варю. На столе у Бабы Яги столько всего интересного. Это все ее колдовские инструменты, волшебные цветы и травы, старинные книги и даже пауки. Это Валерка, дружочек мой паучочек. А это Толик отдыхает. Ягодка моя. Слушай. Да. Степашка. А хочешь, я тебе покажу? Где живет дружочек мой верный? Кощеюшка бессмертный, а? Очень хочу. Пойдем сходим в гости к Кощею, а? Конечно, хочу посмотреть, где он живет. Ну тогда ступай за мной. Все-таки какое это удивительное место. Сказочная усадьба Деда Мороза. Пока мы шли к Кощееву дому, чего только я не увидел. И царство водяного, и звездное небо, и еще много всяких мест. Ой-ой-ой, как красиво в этой комнате! Конечно, Степашка, красиво тут! Здесь же живет сама Василиса Премудрая. Василиса Премудрая? Ага, ага. А вот это королевство кривых зеркал. Оказывается, сделано для того, чтобы рассмешить царевну Несмеяну. Смотрите, какая баба-яга смешная. Ой, не могу. Умора. Да и я тоже такой смешной. К сожалению, самого Кощея мы дома не застали. Жаль. Но зато я увидел, сколько у него всякого добра. Драгоценные камни, золото и серебро. Ух ты! Прямо как в сказке. Там царь Кощей над златом чахнет. Ну вот, Степашечка, смотри, какой трон у Кощея. Да, золотой, в каменях драгоценных, блестит весь. Конечно, золотой блестит. Любимое занятие Кощея какое? Знаешь? Да знаю я, над златом чахнуть. Точно! Над златом чахнуть, да. Да на троне заседать. Ну, видимо, не всегда Кощей на троне-то заседает все же. Ведь не застали мы его дома. Ну, ничего, приеду еще раз, чтобы теперь с Кощеем Бессмертным познакомиться. Спасибо тебе, бабушка Яга. Мне было очень интересно. Степашка, очень рада, что тебе понравилось. А приходи-ка к нам еще. Скоро зима, сам Дед Мороз будет в усадьбе Деда Мороза. Он же хозяин. Придешь? Обязательно приду.